особенно в последнее время, начал активно говорить, что вот у него остается столько-то времени до завершения своего срока президентства. Мы хотели бы, лично я бы хотел действительно, чтобы мы его проводили почестями, которые он того заслуживает. И он много раз иногда обращается к примеру других стран, Соединенных Штатов Америки. Мой совет Алмаз Шершеневичу такой был бы. Президенты Соединенных Штатов Америки, когда заканчивается у них срок полномочий, перед тем, как покинут Белый дом 20 января, вот до этого, в течение где-то 2-3 месяцев, они, президенты, подписывают большой список помилований. И помилование, сделанное президентом, это выше закона. И ни один закон это не может отменить. Алмаз Шершенович может остаться в истории действительно как, в том числе и в этом плане, добрый человек, который не держит за собой зла, человек, который думает о стабильности государства. Пусть он подпишет такой указ, чтобы действительно помиловать и оправдать Текебаева, Чотонова, Джапарова и других людей, действительно он останется в истории. Это будет хороший пример, потому что рано или поздно, я по Текебаеву абсолютно уверен, рано или поздно, именно по тому факту, по которому он привлекается к уголовной ответственности, Текебаев все равно будет оправдан. Уважаемые участники конференции, мы находимся накануне президентских выборов. И Атамбаев об этом неоднократно говорит, что он мирно сдаст власть, это будет хороший пример. Когда президенты говорят, что он передаст власть мирным путем, и это поднимается на уровень великих поступков, извините, я не могу этим согласиться. Ни один президент, кто бы он ни был, каким бы именем он ни пользовался, каким бы уважением среди народа ни пользовался, он должен действовать только в рамках Конституции. Это что значит? Если у президента срок 4, 5 или 6 лет, и он даже не должен мечтать о том, чтобы продлить каким-то образом, что кто-то его очень просит остаться на посту. Ничего подобного, это не должно быть. Президент сдает свой пост по Конституции. И это не заслуга, это обязанность любого президента, которого избрал его народ на определенный срок работы. Тем не менее, если мы нынешние выборы президента проведем организованно, без нажима и использования административного ресурса, без того, чтобы разделить наш народ на регионы, на группы, чтобы не было трайбализма, регионализма, чтобы не было беспорядков, и чтобы мы могли действительно избрать такого человека, которому мы доверяем и который может вести наше государство, быть во главе нашего народа в течение следующего срока его действия. Мы все в этом заинтересованы. Пусть ни власть, ни кто-либо не думает о том, что он поставит своего человека. Это неправильно. Нам надо поставить такого человека, который будет думать о народе, будет думать о стабильности государства и будет думать о перспективе нашего государства. И человек, который должен будет пользоваться уважением своего народа. Каким должен быть президент? Президент внутри страны, он отец народа. Президент за пределами государства, за пределами нашей страны, это глава государства, который достойно будет представлять нашу страну на мировой арене. Я надеюсь, что мы все вместе общими усилиями постараемся, по крайней мере, остановиться на том человеке, который будет пользоваться большим доверием. Среди тех кандидатов или претендентов на президентский пост
потому что не все они прошли регистрацию как, и не зарегистрированы как кандидаты. Я надеюсь, что кто-то из них все-таки будет избран президентом, но чтобы он пришел, если даже он не готов на сегодняшний день быть президентом, чтобы по ходу своей работы он стал действительно настоящим президентом. А президентом может стать человек только, если он любит свою страну, беспокоится о будущем этого государства, будет пользоваться поддержкой своего народа.